ты только новенький, ты только начал грабить. Вот, сейчас мы тебя здесь сделаем хорошего, воспитаем. Его воспитают хорошо, да. Загнут, и все его. У нас сгинают человека. Вот. Надо просто... Вот почему у нас вот Германия, Польша... Эти государства, да, они там как-то берегут цивилизацию. Потому что где маленький, меньше, да, там райская жизнь. А где очень много, там бардак. Там просто все не управляет. Путин же там как? Путин, например, поехал на Дальний Восток. Там ему, Путин куда хочет туда-то поехать. А ему, это там нельзя, там. Короче, ему не дают даже туда поглядеть, туда. И говорят, это все. Раз, Путина отправляют. И они там своими делами грязными занимаются, да. Пилят дрова, все, заготовку у них, вот все. А потом Путин опять на самолете летит. Ёшкина, ты гита, ни хрена ничего не осталось. Вот, вот. А он же Путин не может там, тут везде. Как он может везде порядок? А вот говорят, Путин улетел Путин. Ага, о, все в раз повылезали, пилить все, познавали, все делать рыба. Вот. И также у нас вот начальники, вот так тоже. Начальник какой-нибудь фирмы даже ушел отдыхать куда-нибудь. Ну, смотрите, чтобы порядок был. Они, ты уехал бы. Раз только он уехал. Все какое. Вы думаете, что там порядок будет? Нет, там все. Потом он приезжает, начальник. А он специально так, начальник делал. Он специально, чтобы получилось. Так, да, он тогда. Вот, ёшка, ну что вы сделали? А сам-то больше себе в карман-то положил. А, ну, и чтоб и люди там, и надо же на кого-то шулить. А, говорит, это вот я пока в отпуске, ёшкины. Путину потом объясняют, да я в отпуске был, видите, что они натворили, ёшкины.